РФ не согласна с резолюцией ООН по Крыму. Москва продолжит разъяснять свою позицию по Крыму, заявил Песков. Результаты голосования комментировать он не стал. Россия не согласна с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о милитаризации Крыма. Об этом во вторник, 18 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией, изложенной в резолюции, и свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави, сказал Песков. Он не стал комментировать результаты голосования по резолюции, поскольку не знаком с ними в деталях. Напомним, 17 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о проблеме милитаризации Крыма, а также частей Черного и Азовского морей. За принятие документа высказались 66 стран, 19 выступили против, еще 72 страны воздержались. Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил 3 корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом. В России обвинили украинскую сторону в опасных маневрах во время захода в закрытую акваторию территориального моря РФ, назвав действия Украины в районе Керченского пролива провокационными. Киев и Москва обменялись нотами протеста. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.